Да, надо iPad. Диана, спасибо. Что мне слот уже. Кто лишний? Да, на Рексисе. Рога. Третий тут. Ник не зачем его ставил. Сейчас я фасер в ДБ возьму. Сила и честь. Че, у тебя нету КД? Не, я всех вижу. Возьми танк класс. Если есть. По-любому есть. Еще раз сама. Так, жирный шам на печере. Не понимаешь? Пацан. Кто там у нас ардру не очень хорош. Потом я надеюсь, чтобы захилить этот жир, он будет ругаться. Ты вчера в рейде не был? Нет, вчера он не сильно ругал. Ого. А чё вчера делал? Ну он же варм выгонил, поэтому примал килл. Сегодня у него 8 как ДП, ой, ДП уже наварен. Давайте, мне ФКшите Аляска и Армак и Некромак. Лови его. Танки хорошие. Три хила. Это ну, вообще рейд бодрый. Тут, конечно, пару магов на пару локов. И на пару. От некоторых у меня навалили честно. И много ЦЛК одно за раз. Восьмой и все. И больше нет. Блять, Славик как был давно, так и остался. Я был. Рейд большого, пожалуйста, рейд. Большого экрана. Почему ты меня наебал вчера, что тебя попал КД? Сука, спалил. Да я хотел осколки собрать. И там, короче, 5 штук осталось. Чем ты там гнать какой-то порву? Я сам вчера не заходил, вара выгонил, но провыгонил. Что унес? Ничего не унес, мне надо было только конь, поэтому я собрал рейд. Ты CLK рейдил вчера? А. Че, много вайпов было? Ну, два на вале и один на сурке и все. А как можно было на вале вайп? Там наличия не было, Дима? Наличие, ну типа первый трай там, я не помню, а там чума, короче, а второй трай был нормальный, пока самогон не сдох в комнате. Ну то есть два лайта на лице еще, ты забыл. Ну типа да. Профессиональный без вайпов, короче, да. Конечно.
Я бил. Это значит, нормально рейд просто дал, наверное. Косячество. На Вале Кралька лагала и типа Ваня лагала, и никак не могли захилить. Вчера типа танки были не очень, а все остальные нормальные. И кто у тебя танчик? Дейнос у меня где-то НДДК и Лирина протопала. Но я там пока она танчила трэш, и походу рассказывал, как агрит трэш, как там типа отводить станет. Я уже вару ничего не делал. Или такая, Чё? Ну типа она нормально танчила первую фазу типа под командой, но потом духи типа начали фрейд себе. Я что-то их не могла сагрить никак. Еще в рейд и шли типа. Так кто такая? Это Аурика, вот эта твоя любимая? Лирина, это Оля. Че, Мерлин, которая? Это не Мерлин, это Оля. Ну типа она нормально типа до лича танчила, но потом ну и ничего я не говорил, она сразу мне написала, что не умеет танчить. И все. Значит, там баз был, Диман, с духами. Ну да, потом там самогон типа выбежал вперед меня, там бомба взорвалась, и типа мы вышли из комнаты, лич ваншотнул ДК и 8 ДД убил, и мы оставили 1%, а потом нормально убили уже. Идите слугу. Залейте, пожалуйста, маму, это что маму, Трамп. Оп, уйдь. Вчера рейд также собрался, типа, я не знаю, долго очень, всегда нет, ни совы не попал. Да, сейчас 15 минут собирался, но это, я считаю, недолго в среду. Ну, я вчера собирал 34 минуты, потому что я зашел, мы были все классы, но совы и попала не было. Взял Лирину, но мне она сразу сказала, но, ну, типа, под командой она нормально там. Но там надо все время говорить, и, типа, как забирать трэш. Она затанчила типа даже это. Когда я ей сказал, как забрать трэш, она затанчила, что все шаркари сдохли до перехода. Типа три вурдалака, шаркарь. И все. Вот. Не начавшись, никто не смеет входить. Так, ставьте шкаф. Лок у нас слабенький, да, и вдруг все остальные нормальные. Сумонимся, давайте, да и Москаски будет бафать. Салди, у тебя какой второй спек? А, Утроп, у тебя какой второй спек? Красавцы, пацаны, давайте тогда Утроп кресты, Салди кулаки бафайте. Виталик, подходи, пожалуйста, мы забафаемся и начнем, а ты умрешь просто в луже, если захочешь. А кто делал квест пиршества душ? Сколько там надо заходов ЦЛК, чтобы его сделать? Поставьте, пожалуйста, рыбу. 2.5. Укажите в РК, да ну бросьте, нет, это мало, что ты называешь. Укажите в РК, что если вы вдруг ролите на другой спек или хотите ЕП на другого персонажа получить. Давайте, я могу выдать фласки на всех классах.
по две штуки. Ну, на ребле, на леди можете не пить на кораблях. Сурка пейте, две фласки. Должно до конца рейда хватить. А вы не забудьте потом положить по паре фласок в эту, ну, в ГБ. Еще надо кому-то? Кому подходить? Ну, Карелу. Ауру коня выключите, поставьте прото, сосредоточие и лед, пожалуйста. Интеллект есть, лапа есть. Давайте. Помогали, баб, пожалуйста. Кому какой баб, пишите быстрее в чатик. Лапу, лапу. Коня выключите. Давайте, чек на пол. Тыкните на столик. Тыкните на столик, берите сразу со стола все ингредиенты, что вам надо. Чтоб на каждом боссе вы не писали стол, стол, стол. Через 5 секунд после начала первого гимна, как осина, поешь гимн на ХП. Дальше все скажу. Давайте, на пул надаем на Void Knight'а. Начинай, Славик. Аршам, ты под мордой босса стоишь. Сможешь сам встать? Залейте ману Иршама, дайте баф. Выходите, слушай, рост надо было давать сразу. Давайте сейчас рост шамана. Не командовал рост. Ну, рост с пула, там, типа, как бы... На леди рост по КД, ну, когда в начале второй фазы. На сурке рост с пула, на гнилом с пула. На профи под слизник. Ой, гимн, кралька. Пой гимн ДЦ на ХП пой. Единственный выход. Это смерть. Костяная хватка. Рома, дай именно. Заливали мертвому шаману оба имели, когда у нас обой. Подохидишь так уж. Я, это лог говорит, я завис. Мне 1200 пи. Если меня слышно вообще. Слышно, слышно, давай разнесем. А чё, бафа от демона весь бой нету? Да вроде нет. У него пет завис, слышал, 1200 пин. Ну я пета на бездействие поставил, когда он крутиться начал босс, и все, и завис. Ну не надо ставить его на бездействие, он должен баф вес шитрейда. Но он же лужа вроде льёт. Попал в бездействие. Какие лужи, это хилов проблема. Сапоги за 10% надо кому-то?
Кольцо за 10% надо кому-то? Давайте, это будут три русских не заглавные буквы. Три цифры и буква Q в конце английская. Q буква в конце английская. Это весь ненужный шмот будет получать человек до конца рейда. А почему, как только ты это сказал, Утроп уже написал эту фразу? Я не знаю, я же еще буквы и цифры не назвал, это ж не рандомно. Я сейчас их назову, вы должны услышать, короче. Давайте, это... Ты только говоришь буква... FJA371. FJA371. Ку забыли, Некромак выиграл. Поздравляю. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве. Погнали, вы. Я не понял, мы братаны или нет, блядь? Почему ты мне в ПМ не написал? А Кралька спрашивает перед каждым боссом. Ну, в каждом рейде у меня, типа, какая будет комбинация. Летаем, братаны, конечно, вот я тебя похилю сейчас, чтоб ты там от АОЕ не сдал. Войск, войск. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. 1, 2, 3, 4, 5. Если есть войско, еще вызывайте его, пожалуйста, иначе я сейчас умру. Давайте, пацаны, обращаюсь конкретно, наверное, к полутора людям. Вот это хил с ребра, без ДЦ. Короче, Эрдру 5,8, Шаман 6,4. Вот, Шаман, ты жми, пожалуйста, на кнопки быстрее. Смени манускрипт, потому что быстрее ты практически не хилишь. На цепуху, короче. Ну, мало хила, типа. Он падал просто. Ну, я знаю, что он падал, короче, но мы его, он сразу встал, мы сразу задели ему ману, и у него был почти такой же точно бой. То, ну, мы не захилим, короче, целкрайт, если вы будете так хилить. У нас так Эрдру вагон, который надо выйти. Все нормально. Просто... Все. Будь ок. Я тут захиливал полипалом с Эрдру только вдвоем. Джерген отработает сегодня за вчерашний вагон. Дорн, у тебя есть же там, то есть все там вещи? Лока, ты у нас отлагал, ты вообще тут? Да, сейчас я реалогнулся, не знаю, походу не помогло. Пинг все равно скачет. Ну иди сюда, пока нам где-то просто в бой отправишь, я тебе поищу замену. Там вон Ваня пришел в сети. Ваня, ты в аренде? 2к пинга. Сейчас я тебе попробую поменять. Хорошо сходил. Так хотел бы. Трясите пока пацанов. В танка надо спекнуться на трэш? Не, ну тут Дорн спекнется. Три танка пьем. Вчера в два танка били, леди. Ну тут Джерин, оденьте ДД-3, не пацаны. Там. Тут хилить нечего, косты сбивайте и все, короче, танка тут не бьет. Короче, два БДК слева танчат трэш. Определитесь сами, кто ближе к леди стоит, кто дальше. Босса будет войд ловить, первый на пулы на войда. Протопал справа, все РДД справа бьют трэш, милики бьют слева трэш. Разбойник на боссе, охотник, считай ты милик, бей слева, короче. Давайте. Фулбаф, магов, варов, ШП. Пишите, чего не хватает, чек на пул.
На второй фазе рейншот. Домираем друг от друга и смотрим за духами. Две совы и кот контролим. Кот, ты тоже контролишь все время. Кастуем вихри до тех пор, пока все в вихрях не будут. Давайте, на счет три начинаем. Один, два, три. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Правь пета в бой, лока, там потом, короче, разберемся. Паладины, сливайте капли, сакры, все прожимайте сейчас. ДЦ присты, все присты, короче, диспелим следи проклятия, эфирим рейд. Бьем трэшс. Служи, вышли. Диспель покаяния, присты, диспел покаяния с кокосины, ДЦ. Давайте, сейчас танки трэш собирают, все в трэш играем. Право трэш стоит. Давайте переводим босса на пулы на войды. Хан, добей, пожалуйста, справа трэш, все добили там. Переводим босса. Кот, кот, подними, пожалуйста, beautiful. Подними ШП. Ой-ой-ой, не срослось. Давайте войска, все, что есть. Протопал и ДК, ловите трэш. Набирайте рейндж от мобов и танчите их, бегите от мобов. Духов, смотрим духов, смотрим духов. Забили на трэш, от духов двигаемся. Бьем, бьем трэш. ДК заберите с моба, вот овец всяких путей. Как сложно. ДЦ, ДРТРУ, поднимай Эршама в твоей пати. Клёна, поднимай Дорна. А Дорн это БДК у нас мертвый, да? Нет, падайте, короче. Не срослось, падайте. Не надо БРТ, падайте. Почему-то не перевели. Слушай, а слева тоже трэш был? Ну там, короче, понял, мы только переводим, выходит 6 мобов, 7 мобов обычных, и волна еще новая, 3 моба выходит. То есть 10 мобов сразу вышло. А потом, я ну мы пока били, забрал, пока мы били, еще, короче, вышли с одной стороны моб. Плохо перевели. Хотя не знаю, почему там 4 миллиона оставалось, вообще не понял. Некромаг 7к ДПС, там лог, который лагает, то больше, да. Ну, уже касаешь. Дряда шмот ему отдаешь. Че? 7к ДПС. У нас там есть замены, 54 человека онлайн. Это ж вообще нормально. Будем падать, будем заменять. Ну все понимаю, пацаны, но там надо диспелить проклятие. То я один только 10 диспелов по проклятию, второй шаман я одного диспел. Разбойник, напоминаю, что ты бьешь все время босса. Ты смотри, у тебя что-то в трэш там дамажен. Но на второй фазе ему можно было бы и трэш побить. Но на второй фазе, понятно, ну в смысле. Трэш. Ну вот я видел, что ты просто бежал почему-то к боссу долго. Вот ты не делай этого, ты на первой фазе бей босса все время. Кирилл, ты говори там, если СС может кому давать. Ну давай СС на шамана, жирный шам. Потому что он уже второго босса умирает. Пусть попрыгает, где он там. Он офнулся. Кушайте рыбу, сейчас шаман зайдет, будем бафаться.
давайте фулбак парит, вон он сзади на лестнице стоит. Так что мне говорили, у Кащуги бан, а у него, оказывается, не бан. Что у вас там, фул или надо кто-то? Есть демолог. Конечно. Инфернал, тебе нужна замена, инферал? Ну, сейчас пока 90 пинга, не знаю, если, может, нормально будет. Если опять скаканет, тогда да, по-любому. Ну, давай, короче. Ну, я туда слышу. Я тебя звал, ему он лагал там, понял нас уже, ты не отозвался. Давайте, подходим ближе к боссу. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Мы с котом заливаем Иннер и Джерион, но, Виталик, ты жирным ушам он заливаешь. Давайте, все в трэш. Резко в трэш, пока он не начал щиты свои кастовать. Давайте, готовимся к контролю. 3 контроля раздать. Присты ближе к боссу, фиры раздаем. Давайте сейчас все в трэш и потом резко в босса. Быстро трэш бьем. Уже туда не кричу. Контроль. Переводим босса, как раз Войд выйдет с контроля. И на пулы по Войду потом босса после... по окончании фазы. Давайте, рост, шаманы. Пришла пора взять все в трэш свои... слева, отошли все от трэша. Славик, набирай рост. Рога, хант, на пулы. Сбейте каст, ну сбейте каст. Трэш слева бьем. Субкультура, гимн на ману. Я в контроле заюзал его. Кралька, гимн на ману. Контроль сове, контроль аюне. После контроля на пулы все на Дорна отдаем. Разбойник и охотник на пулы Дорну. ДК, тупо косты сбивайте. Бьем ЛБшками, сбиваем косты. Все, ничего не делайте больше. Смотрим за духами. Тупо на духов смотрим всех. Хилы от духов. Жирный Шан даже не пошевелился. Хорошо, что он в другую сторону пополз. Бьем трэш справа. Готовимся к контролю через 3 секунды. На пулы Дорну. Прожимайся, Валера, прожмись, пожалуйста, с ШВ и на пулы Дорну. Короче, Дорна вообще нет в агронаборе. Я там в контроль кинул. Вот, теперь он на нем агро. Айрмак, прожми инвиз потом, он все равно на тебя побежит. Бьем трэш слева. Добиваем последнюю волну трэша, сейчас контроль будет, готовимся к контролю. Лока, ловите. Ну, вы чё? Контроль. Почему я и Локу, и Вару раскидываю вихри, они слетают? Встанешь сам? Ну все, не вставай. Я Вару кинул. Ты его перекил, а потом кинул на Лока. И снял, получается, и свой. Я не могу снять с Вара, потому что когда на нем висит вихрь, ни к чему не восприимчив вообще. Трэш не бьем, уводите босса от трэша и бьем босса. Если бы ты кинул вару, он был бы невосприимчив, короче, моему. Давайте, резайте всех. Ваша смерть неизбежна.
Что за осколками у нас? А ты в очереди есть там, Селди? Да я видел, Дорн, что тебя бросило в контроль. Так а чё он ДД-3-ника не одел? Короче, любой лут, если он будет вам нужен, пишите некромагу, а ты, если ты энчантер, не спеши его пылить. Можешь отдавать пацанам. Хорошо, тогда вот давай пацанам без ГП. Рома, я приду к сурку, не отойти надо. Давай. Только к сурку обязательно приди, Димон. Там не сам тебе сурки. Что-то мне так подумать. КВ делать не будем, время много уже, идем на босс. Хотя КВ там самое интересное, что есть целка сейчас. Дайте приста баф и лапу. Сейчас мы бахнемся на корабля. Щелочка, иди к нам. Теперь некромаг десятку дал. Парадокс. Давайте фулл баф по рейду. Теперь все нормально с ДПСом было на леди. Пожалуйста, в пушку, кто нормальный тип, короче, умеет из нее стрелять. Прям хорошо стреляет, как божий. А те, кто садятся в пушку, тоже возьмите на всякий случай ранцы. Протопал тоже бери ранец. Я запустил. Еще одна пушка свободна. А, все нормально. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Вы видите? Что это там вдалеке? Пристабавцы. А, дали. Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдем! Пехота, сержанты, бой! Ну, соответственно, кто не дамажит на кораблях, 100 ГП. Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Давайте перелетаем. Видели, кстати, сегодня трейлер «Мстители» вышел? Все там посмотрели? Нет. Конечно, не Лига Справедливости, тем тоже неплохо. Лига Справедливости должен был быть лучше. Так он и так лучше.
Я имею в виду, ну его же не доснял тот тип, который их режиссер. Его же снимал режиссер Мстителей, блядь, до конца. В смысле, там Зак Снайдер числится режиссером, как и числился. Он снял только половину фильма, и там у него умерла дочь, короче. Он 3.5 снял, 3.5 часа снял материалы. Он в итоге в монтаже не участвовал, за этого час фильма обрезали. Но все равно основным режиссером он числится. А доснимал, короче, этот чувак, который снял первых, вторых Мстителей. Оно прям видно в фильме, короче, ну прям... Есть такие красочные моменты, марвеловские прямо, блядь. Ну раньше Марвел воровали комиксы, теперь DC ворует идеи кино. А чё у меня, блядь, а чё меня выкинуло с корабля? Не лутай сундук, пожалуйста. А Ретрику какое лучше кольцо? С этой с РС-ки? Да, с 20 пенгер. Но отсюда кольцо тоже идет на Ретрика. Стухлого с мастерством. Отсюда мастерством, а стухлого с пробиванием брони. Не-не-не, стухлого там тоже с мастерством, только там на ловкость, а здесь на силу. То есть гнилого на ловкость. Лучше силу тогда уж, если тебя не фуловы. Да, да. Дай грудак, пожалуйста, на мишку. Давай, ролик. Тебе нужен? Друид, кот. Тебе сапоги нет. Нужны хиловские? Нет, нет. Димон, Джерион, ты пришел? Да, я тут. Я в сову спекаюсь. Килимангара, спекайся в сову тоже. Ха... Лиманумун. Мамон, короче, спекайся в сову. Дайте лапу по шаману. Аляска, Эрмак, Клёна. И инту еще дайте. И инту еще дайте. Я запустил босса. Давай, друид, пейману, короче, я вижу, что ты тут. Давайте совы, звездопады под трэш отдаем. Присты вампирикам бьем трэш. А ДК знает, что делать. Ну, маги там по возможности тоже в трэш играем. Хан, трога, ладно, кот, ладно. Демон, но можно по уму разгоняться в трэш. Фурики, ретрики, стараемся бить двоих сразу. Торкра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Плеть только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону. Дайте лапу, пожалуйста. Войд, встань в меня. Фигусь такой, блядь. Войд. Димон, рост дай, когда босс прибежит. Ну, смотрите, вы втроем хилите, там меточки ДЦ хорошо держи. Если мана нужна будет, кричите. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. А фласочки выпейте, ребят, давал вам фласки перед ребром. Кто не выпил, пейте фласки. 45 секунд до пула. О, прибежала бомжа. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын. Че, дамажим на голду? Цел и чист. Да не, у меня все передамажат. Сегодня... Я в дух одет, что ты очкуешь? Ну давай, на 500, на 500, на 500 голд. Ай, ладно. Ну что ж, герои, хотите узнать? Простите за... Тайфун. Короче, войско вызываем под второй и третий трэш. Тайфун не давать. 3 секунды до пула. 2 секунды, 1. Войско под второй Дорн дает трэш, под третий Двой.
Агро моб. Че, Виталик подобосрался? Там и дело в том, что не прокает никакого просто. Под следующий трэш Дорн вызывает войско. 10 секунд до трэша. Копи руны. 5 секунд до трэша. Опасно было. Под следующий войд вызовет. Десять секунд до трэша стоит. Три секунды, вызывай войск. Подобосрался? Ну, я вообще имел в виду, что когда тебя мог бить начал. А, да нет. Я трэш просто бил, у меня на 100 тысяч больше трэш. Рень, гоните ДПС. Я просто без рога сидел. У меня 2 миллиона, короче, гнев по 8 тысяч бьет. Ну, что такое? Наручи на мейн, разбойники, ханты там кто, вар. Какой бы жестокой ни была битва, не отрекайтесь от нее. Токен 300 гп. Сейчас линкану разролю, линкану. Предмет нужно надеть или взять в руки. Если нужны токены с обычки, завоеватель и покоритель, быстрее в личку пишите. На чемку идем. Как этот? Валера опять вылетает, как обычно. Как у кота обилка? Растерзать, да? КП скидывает. Какая? Дамажит сильно. У кота? Укус. Да. Полоснуть. Нелепый укус у него самый сильный. Да, которая кикает. Ну да, я не знаю, что такое кикает. Ну, кровоточкой ты имеешь в виду. Белая она такая. Ну да, да, короче, я понял, серебро. Виталик, короче, я дам тебе ассиста и лукера на тебя дам, если будет ненужный шмот, заберешь себе. Я отойду на 3 минуты. Идем на чумку. Двух валик убиваем и на чум отдельно идем. Ты говорил, что тоже мало дамажит. Чего? Кто мало дамажит? Гровер. Вроде почти фуловый. Ну я тоже, видишь, 15700 дал, а в прошлом рейде 17700 дал с собой. Раз на раз не приходится. Короче, я дошел на 3 минуты. На чумку чистим трэш, не спеша. Танков там больше не надо, поэтому так идем, просто хилы не АФКшки. Чего ты групп лук не поставишь, Рама?
Я пока не могу прочитать это заклинание. Спел, спел. Быстрее, ну не спел. Беги направо. Да ладно. Открывайте ловушки. Я сагрю. Вторую ловушку сделайте. Приморозьте это.
Почти без потерь, нормально. Чё, да сбили трэш? Да, давай, приходи. Заманите, класс. Чем я занимался? Чё, никому не интересно? Инферал, дай шкаф, пожалуйста. Да, уже поставил. Суманьки так. Давайте в рейнже 4 ШП, хант, 2 совы и лок. 8 человек плюс протопаладин. Ничего не диспелим, все захиливаем. Если сложно будет хилить, диспелим. Маги первые на замену, по никам скажу там, кому выходить. Человек на бун. Крест. Не-не, тебе в эрдру. Ты сразу спекайся в эрдру. Блин, чё ж так долго-то? Поешьте рыбу, на ком нет бафа от еды. Ну и все, короче. ДЦ сильно меточки. Исповедью захиливай, пожалуйста. Рост с пула дадите. Давайте еще раз чек. Виталик. Виталь. Гудлик, гудлик. Чек. Давайте, Славик, на счет 3. 1, 2, 3. Давайте, героизм. Глыбы, баблы, коши. Beautiful. Хорошо, только босс. Слизней в центр не отпускаем. Танчим их все время возле себя. Прожимай дубовую кожу, друид. Слизней не сводим. Все время танчим их подальше друг от друга. Друид, зайди ближе под босс. Ты далеко стоишь. Все, вот так и стой. Разбойник, сбрось слизня, пожалуйста. Красота. Сейчас будет большой слизь. Кто не там появился, блядь? Два больших слизня. Четыре мага, ни одной глыбы на магах. Зачем я вас в рейды брал вообще? Единственный босс, на котором от вас польза есть какая-то. Как ты так далеко ее кинул в него? Не я. Я думал, ну да, капелька на скиле была, пацаны, красавцы. Сейчас большой будет еще Саша. Давай, не танчи его, вой, ты большой на себе забираешь, вой, да. Хорошо, ни одной смерти. Красота. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Жезл на мейн спек. Хоть плыви по ней в круизы.
Ого! Да я поэт! Потрясающе! А на лока норм, жезл этот? Ты тоже решил? Можешь волны иногда хилить? Потому что я заебался поднимать людей, которые рыгают волны. Но он бисовый жезл этот на всех. А ну он там уже сразу. Наручи за 10% надо кому-то. Плащ, мили, дд, на мейн. Есть у кого джипс? Плащ, мили, дд, на офф. Рома, что ты отыгрываться будешь? Не. Халимон, ты на профи в сову спекаешься. Я тебя на гнилом обогнал, как лоха просто. Пока, тупо. Зато я тебя обогнал к миске с пельменями, блядь. Арнул. Ты ж с мамой живешь, зачем тебе пельмени? Все готовы, начинай, Слав. Споры, одну звездочки, одну кромбику. Ну что, пельмени, блядь, не едашь? Не, ну там попросил очень вкусненько приготовить. Меня не так любят. Хотя я даже вчера у мамы ел пельмени, позавчера. Нет, вчера. Мама, где-то там вообще? Ну почему я в мили-зону несу? Почему-то ТМ их остальных достает. Странно, почему? Есть на тебе ТТМ? Если пельмень в меня не падал и упал в пельмень. Что сейчас было? Звездочку, пельмень, разбежались, разбежались, Джерион. Джерион. Прикольно. Лови босса, пожалуйста, протопаладин, Деймос, братка, алло. Вячеслав, будьте добры, поднимайтесь. Теперь не забирайте уже босса. Фу, сдох на 600. Че, пауф и кашу? Блять, а что было вообще? Минус 2, ну Войт упал, короче. Пиздец, Войт. Короче, я... Все, я ухожу. Куда? Ну, если все отваливаешься? Да, все. Не будет последний. Только сейчас после босса покинем. Десак удал, нечаянно. Нечаянно. Во, вовремя, вообще нормально. Ну специально тупо, понятное дело, не дал бы, блин. Блять, как Войт-то упал, я вообще понять не могу. Походу Джерри он волной отказался хилить, да? Ну там просто вторые хилы не сильно крутые, ну. Он один, Джерри, он хилит один, как два других хила. Я могу все время там волнами хилить, если шаман там не хильнул один раз там, то это, ну, бля. Давайте быстрее, ну, уже идти надо. Подожди. Короче, все, я ушел. Пока. Хоть забирай босс. Войт, на нем все равно 9 стаков, Войт. Заюзай баблы, портанись из инста, Сань. Да, все, все, делаю. Может, к ключу подойду, если быстро закончу. Тухлопуз, ты... Раз кого-то с тапками. Как и гниломорт,
молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Ролим сапоги на мейн. Козырь, ты не ролишь? Значит, Марат газ. Шея на ДЦ без ГП нужна кому-то? Давай, Марат, а в какую ты гильдию уходишь? Какая там проблема у тебя, Алина? Я не умею танчить. Да, в сову спекайся. Пацаны, утроп и салди, у вас какие ГС от протопала? Кто из вас хочет потанчить до конца? На лече, если что, я зайду на топотанк, если вы стесняетесь. Мама Ренька не хочет? Да у него нету КД. Я не знаю, где он есть. У нас в Ореньке кулдаун против прото-паладина. Поворачивай. Типа, кем помню, что у него пропал, это что там, Ваня, не были? Нету протопала, у него медведь только, я бы не хотел что-то как-то. Пусть медведем танчит, какая разница. Хочешь, я медведем потанчу. У нас нет перекура, ставьте шкаф с уманем протопала. Серсей, реально? Пишет, я только танчить не умею. Ну чё это, вот проситься в рейд и писать, я не умею танчить. Да я понял, Салди, а ты в кукле умеешь? Салди, ты норм, одет, ты или чё можешь танчить, да? Слышь, там гитанг еще надо? Протопал нужен. Или ретрик. У тебя есть протопал или ретрик? Ну, Мишка, могу потащить, он нормальный. Ну, у нас одного бафа не будет, и Мишка трэш, ты, короче, умрешь два раза. Да не.
То есть его уродом заменить, чё? Ну да, это выгодный план. Ну ладно, заходи, давай мишки там. Ну умрёшь по-любому, тут Джерри он же танчит, хилит. Тут просто один Джерри он хилит. Линканите с ДЦ какой-нибудь ХПС. Там с Леди линканите или с Гнилова. Да, Сал, диспекайся в Ретрик. Извините мне абсорб, пожалуйста, чтоб я увидел, типа, насколько там Джерри он хоть ДЦ не обгоняет. Там нет абсорба. Просто нет. Ну, короче, понятно, тупо. Такой себе хил. Субкультура, а как ты хилишь? Почему у тебя так мало абсорба? Тупо ДЦ на всех боссах буду 100% первый, кроме Сурка и Синдры. Ну и кораблей. И Вали. Вот на всех боссах ДЦ способен первым быть. Нихера себе, престов и друидов. Вообще, типа, ДЦ должен быть первый быть на тех боссах, которые... Тоже когда это... А, когда, да? Сорян. Это выпустит, сорян. Ну, чтоб хотать. Понят, мы тебя ждали, чтоб ты, короче, нам сказал, что сорян. Ну, потанчил бы про товары, но счета нету, сорян. А где ты, в карты проиграл, что ли? Да. У меня есть медведь. Идем. Ну, я пытаюсь танка найти сейчас. Вот там много людей в сети, как бы, но у нас 55 онлайн. Неужели мы не можем танка найти на замену? БДК могу пойти, но... могу БДК. У нас есть в рейде, в принципе, танк. Тогда нам ретрик нужен, короче. У нас есть вот у Салди хороший спек, хороший протопал. С обменом. Найди мага, там вроде просился, зайду протопалом. Тебе пофигу, если идти, заходи тогда, Вань. Есть там блок какой-то на замену. Там маг вроде просился где-то в чате. Да маг, зачем, если есть лог? Заходи, короче, Вань, палом и все. Блоком заходить? Нет, поздно. Да, ну заходи, у тебя жафлик без КД, заходи. Сорян, Ваня. Захожу жафликом, короче. Пацану кинул пати, короче, он принимает, и Ваня говорит, локом заходить. Я кикаю пацана, короче, какого-то с рейда. Ладно, короче, пошел ФКшить, что там в другом канале. Да ты тупой, что ли? Я кикнул пацана с рейда, чтоб ты заходил. Иван! Оба Ивана, но один, ладно, нормальный, а второй не слышит вечно, что ему говорят. Гружусь. Захожу. Короче, нормального или такого, чтобы одеть можно было? Сейчас мы не бьем босса, просто стоим на одном месте, хилимся, кушаем, сидим, хавчик маговский, поставь еще раз шкаф инфернал. Хотаем куклу, короче, скиллованно. Ваня, копи рагу, когда у тебя будет где-то 70-80, мы спулим босса, одну лужу пьешь, вторую долго-долго не пьешь, короче. Замедляешь двух слизней, потом допиваешь лужу и красного еще раз, возможно, замедляешь, понял? Uh-huh. То есть, максимум, чтобы у тебя максимум раги все время был, чтобы желательно красного можно было еще раз. Да, мы бурстим, ничего не стопаем. Тупо фул, ну, когда я скажу бить, сейчас ничего не делаем пока. Тыкните в самон, пожалуйста. Поставьте рыбу, будьте добры. Поехали, фул баф по рейд. Каску, пристабав, крест, Ретрик, кулак. Ты кулак раздаешь. Какой? Декаданс? Ну, который пришел. Он каски раздает, а не Ретрик. Он протопал, ну, значит, который... Сэдли, как раньше. Баф эти как выбафали, короче, просто паладин пришел, паладин каски бафит. Каску друидам, пожалуйста. Короче, чекаю. Пока ничего не делаем, не бьем босса. Братки, слышно меня? Там кто-то не в РК, кто сейчас пулит, да, босса, ГП получит. Кокосина, клёна. Кокосина. Пули? Нет. Давай, пей куклу, Вань. Просто пей куклу, босса не бей, короче, стой себе спокойненько. Сядьте, кушайте рыбу, кушайте локовский хавчик. Ваня, пей, пожалуйста, куклу, Иван.
А вы садитесь, ешьте все. Шаманы хили. Щелочка, подойди ближе, бой тоже. ДЦ, кидай щитки там, что-то. По-моему, щитки резают ранку. Уважение и бульный рост только у вас. А, ты про ДЦ. Что-то они резают, когда спадают. Хавайся, гибель. Тапки падали сегодня? Угу. Тапки только что упали. Раз забрал. Он сказал, что у него есть, короче, поэтому я ему сейчас тройное ГП начислил, какие там правила. Бунирос тоже кидай на кубу. Так там только... А на бунирос ты кидай обратно, кисай. Все, там хватит уже. Ну давайте, подходим милики к боссу, подходим милизона к боссу. Давайте, войд на счет 3. Стоим также возле стола, переводим. 1, 2, 3. Все дамажим, переводим, фулл ДД, прожимайтесь. Давайте, слуш, выбегаем. Переводим босса и все к столу прижимаемся с двумя дебафами к столу. Прижались к столу. Успели. С оранжевым дебафом к столу подходим. С красным дебафом к столу подходим. Цель красного уводит его из рейда. Давайте бьем по дебафам. Full DD. Цель зеленого сбежали. Цель красного уходит из рейда. Отбежали от зеленого и сбегаемся в цель снова. Сбежали. Ну уводи из рейда, почему слизень в рейде? Отошли от красного, красная смена, замедли его еще раз. Сбежали с цель зеленого. Что? Это еще откуда? Добили красного. Кот, поднимай, пожалуйста, сову. Пельмени смотрим. Зеленый экран идем. А, красный выходит, ушли все, ушли далеко. Шли от красного слизня. Все играем в красного. Ну, замедли красного. Обязательно замедляй слизней, сразу замедляй. Красный вот так ваншотает рейд, он же сейчас супер быстро ползает. Ушли, слушай, пельмень. Шаман... 2 пельмени из 3 поймал. Под зеленый экран все, сейчас РДД далеко стоим, хилы далеко, милики под зеленым. Убежали хилы, РДД далеко от босса. Быстрее убежали. И сразу свич зеленого, как только он появится. И лужи, пей активно. Цель зеленого, быстрее, милики, я не вижу, что вы бежите за слизнем. Алло, вы опять вайпаться сюда пришли? Виталик, поднимай килимангары, килимангары, поднимай Аляску. Скажите проценты, не слежу за процентами босса вообще. 46. Давайте, стопаем в босса. Стоп ДД в босса, уже от красного слизня. А на скольки перевозка? 35. Давай, край. Убегайте от красного. И убегай, убегай, убегай. Субкультура, давай гимн на ману, Джерион, ставь тотем. У меня маны нет уже. Кому залить ману? Залей друиду, Джерион. Надо, короче, стопать вообще, не бейся. Стоп ДД в босса. Стоп ДД в босса, ушли от зеленого крана. Друид, подними разбойника в твоей группе. Стоп ДД, убрали петов, сова, стоп ДД, ушли от зеленого крана. Каламун, подними, пожалуйста, Аляску. Милики тоже, вой, зачем ты его туда повел? Ты дебил. Пельмени летят сюда. Бьем все слизня.
Переводим босса, все к столу прижимаемся. Отошли все от слизни, отошли, отошли. Замедляй обязательно красного, зеленого и желательно еще раз красного. Давайте, full DD. Красного уводи из рейда. Красного уводим, все играем по дебафам. Рост. Давайте, Рост, допивай лужу, допивай, допивай, уже все, ничего не будет. Трагай тебя, плюнь еще, плюнь, плюнь. Уводи красного. Красный, отошли от красного, все в цель зеленого. Красный смена, красный смена, красный смена. Гровер, 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 добили. Хорошо. Бедный Рога, я тебя резаю, короче, бьем босс. Вставай, но там пельмени будут. Подожди, не вставай, секунду не вставай. Хорошо, видишь. Все, вставай. Бафы разбойнику. Не забирайте там кто-то стаки, только что было сейчас. Щелочка пытался стаки забрать. Троп, у тебя есть треги на диван? Да. Тогда, пожалуйста, бросай свой диван на Void Course. На Void Knight. Да вы добьете его один стак. Ну ладно, тогда не бросай. Только посмотрел стаки, просто сори. Сейчас мана тяжело. Все, Килиман Мун, спекайся в Сау. Ой, в Эргру. Пуха. Я больше не хочу рыгать, я тебе отвечаю. Пуха без ГП нужна кому-то? Что значит рыгать? Просто посмотри, что значит рыгать. Да потому что ты вчера нихуя не делал. Ну что ты... Да, ты понимаешь, что шаман 6.4? Ну да, шаман откровенно не очень. Токен завоевателя ролим. То может ты так хорошо хилишь, ему там хилить не приходится. Не успевай. Понимаешь, смотри, три цели с 10% хп. И я все три поднимаю волнами. Он как будто не видит, что у них 10% хп. Я также вчера хули крестом делал. Но он больше танка хилит, чем рейд. Это ты цепухи спамишь, а потом говоришь, я топ. А он танчика хилит волной. Да ну кого, на профи танка хилит, что-то у нас на тухлом упал танк. Больше, что цепух больше, я не знаю, что это за херота. Не, шаман, я не знаю, с ним минил он манускриптом или нет. О, я понял, почему хила не хватало и маны, Шмотиса выхилил, красава. Виталик, спекнись в танка, пожалуйста. Салди, спекнись тоже в танка. Спекайтесь в танков, пацаны. Хильтик. Клёно. Не, хватит четырёх. Да, шапка мне, конечно, тебя так перебивать, как слава на скорость ставит, хули, если ты так же самое на ПП ставишь. Или там чешку надо одеть. Сколько у тебя жирный шамп хосты вообще? То без чешки все хилится. У него я на МП5 три камня нашел только. 1100. Но 1100 это мало. Софткап только 1289. Этот самый минимум. Без 1289 хила, короче, не хватает. А вы можете забирать трэш вот из меня, с рейда, как бы? Смотрите, Клёна, Салди, Декаденс и Войд — это 4 танка. Друг с друга не забирайте трэш. Можно я Давайте. Зайду на холипал? Можно я зайду на холипал? Да не надо. 4... Танка идут вверх, все остальные внизу стоят, не бегите туда. С холипалом проще, типа. Не буду иннеры просить. Да ну чё, с иннерами что ли проблема? Блин, нет. Весь бой без маны, думаю, не могу шамана перехилить, короче, я просто шами там в шмоте был. Слышь, Ром? А что за этот легендарный рассказ? Про что? Про холипала какого-то. Про Джериана холипала? Да. Ну просто тип очень хорошо играет за холипала, тебе до него никогда не дорасти. Там история длинная сильно, чтобы тебя посвящать, и когда ты закончу, стопудово расплачешься, потому что тебе скилла не хватает.
можно как-нибудь услышите? Ну как-нибудь наедине тебе расскажу. Спасибо. История про Холипала, пацан. Ну как ты кричал, что тебя Варя внесла, помнишь? Ах. Ну нормальная история, короче. Да, да. Давай, рассказывай. Может, ты много говорил. Короче, тип просто Валя хилит танка, и никто не умирает. Представь, все хилы мертвы, Джерри он один, Холипал в рейде. Его хватает Вали, и все равно никто не умирает. Заражение тикает по рейду, по танку, жнец летит. А Джерри, он все равно из Вальки захилил, понял, псих? Все, давай, плачь. Это все бойки. Это реальная, реальная история. Рома, мне 1%. Нахер ты ее вихрюешь? Там бьет она мага, поняли? Вы до сих пор не забрали, до сих пор на магии, он ее уже приморозил. Ну так, у меня 8 секунд КД, вот вихрь проходит, я затаунтить могу, ты опять вихрь кидаешь. Ладно, они же, ну блять, у них нету кнопок на панели. Не, ну в смысле, у них есть, тебя затаунтят. ДК, блять, с притяжкой, ну что мне тут? Витать, залей Димона Майна. Куда мне до них, блять? Говоря, я хочу на Холипала, потому что я на хель врываюсь. Нет, тут beautiful это читерство будет, потому что на совете вообще всегда ДЦ первый. Тут ты просто хочешь, понял? Ты типа в ДЦ будешь, ты будешь первый и скажешь, что субкультура плохо хилит. Субкультура, он тебя подставить хочет, братка. Не ведись. А, beautiful в ДЦ хочешь, нет? Да. Давайте так, я зайду на Холипала, он тут будет в ДЦ, не будет первым. Да не надо, Холипала. Субкультуры, кстати, по-моему, нету шпспека Beautiful. Просто хочу ему доказать, что он не будет первым за своего лица. Дима, ты вот. Был в Валькирии или не был в Валькирии? Вот вы понимаете, насколько вы, короче, не очень люди. Вот теперь жирный шаман пишет в личку, что ему нужно будет уйти.